Всем привет, ребята, меня зовут Дат, и это новый сериал на моем канале «Жизнь стримера». В этом сериале, как вы увидите, очень много кадров, и, возможно, даже будут люди, которые будут тоже со мной снимать здесь сериал, но и то не точно. Но это уже как пойдет по ситуации. Скажу одно, что на этой карте было много недостатков, но я все починил, добавил еще модов, потому что здесь не было модов вообще. Добавил своих модов и теперь карта немного продвинута. Скажу так, сериал будет довольно хороший, я уверен. Но точно не знаю, но это уже как вам понравится. Ну, вы подписывайтесь. Но мы начинаем. Поехали. Меня зовут Эдат. И вот я приехал в новый город и... Здесь где-то должен быть вход. Ну, точно не здесь, я не допрыгну. Да, я не залезу. Давайте искать какой-то другой вход. Вот, у меня есть ключ от квартиры и рюкзак. Вот, походу, вход. Я точно не понимаю. Лифт. Он не работает. Да, он не работает. А вот, вот. Лестница. Так. Цифра 1 там, хорошо увидел. У меня квартира номер 3. Так что нам в третью квартиру. И, наверное, сегодня... Да, вот 3. И... Подождите. Так вот. Опа, все. Ну, вот так вот. Ну, довольно прикольно. Ну вот, почему фиолетовый какой-то, да? Ну, тут посуда со старых владельцев, походу. А тут что? Там пусто. Экран хоть работает? Все работает. И тут даже ничего нет. Ну, придется тогда покупать самому, да. Ну, видок. Отсюда хорош. Здесь даже балкон есть. Это тоже круто. И там, наверное, соседний этаж. Давайте будем выгружать немного... А, подождите. Где туалет? Ну вот спальня есть хотя бы. Спать есть. Вторая спальня. Хорошо. А где туалет? Так, балкон. Там ничего. А, вот, наверное. Да, вот туалет, ребята. Что здесь, вода? Здесь тоже работает. Хорошо. Хорошо, хорошо. Приступим к обустраиванию. Ключ от квартиры положим пока к себе. Вот возьмем полки. Учебник. А, ну тут есть стол хотя бы. Если можно сюда ноутбук поставить. Вот так вот. Все, ноутбук у меня есть. Две полки. Ну, куда их поспать? Хотя... Спать я, наверное, буду... Нет. Хотя вот здесь можно будет себе сделать комнату, где я буду спать. А вот там, вот здесь, как раз-таки будем стримить. Тогда давайте вот это уберем. Так, подождите. Если вот здесь будем сидеть, то где-то вот тут должны быть полки. Надо будет это все убрать. Ну вот. Пример. Высоко, высоко, слишком высоко. Мы сейчас возьмем их обратно. Вот так вот. И отодвинем этот стол. Хотя мы сюда будем ставить еще стол. Шкаф опять. Ну, если здесь будет компьютер вот здесь, то можно поставить полки здесь, но нет. Давайте. Ой, нифига себе. Вот идеальное место. Все, теперь мы берем, получается, кубки. Вот так вот. Три кубка. Вот так вот. И еще у меня третий есть. Ну, его куда-нибудь вообще на кухню поставим. Просто будет он здесь чилить. Некуда. Давайте просто его
Ставим вот. Вот сюда можно. И вот, пусть вот так вот будет все. Так, что дальше? Глобус, две лампочки, наушники и стул как раз таки. Стул, то, что мне надо. Мне надо два стола, получается, сейчас посмотрим. Ну вот здесь есть два стола. Их возьмем, а дальше уже будем смотреть вообще все по... Уже посмотрим, по каким там, какие там вообще цены в магазине у них тут есть. Ну, я уверен, это же город, здесь должен быть магазин. Поэтому, как бы, как-то так. Ну вот. Так вот немножко подъезжаем, и вот. Вот здесь у меня будет ноутбук сейчас стоять, и вот здесь лампа, вот так вот. Так вот. Ой. Случайно стул упал. Поставим его обратно. И ноутбук тоже возьмем. Сейчас надо будет его поставить на место. Ну, то есть не на место, а туда, где он будет лежать. Ну, на стол, типа. Так вот. И буду здесь вот так вот чилить. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что я делаю? Что я делаю? Вот так вот. Ну и наушники куда-нибудь. Ой. Извиняюсь немножко. Наушники сейчас поставим на место цветов, потому что... Ну зачем сейчас цветы? А цветы я знаю, куда положить можно. Цветы там на подоконник положим. Это что-то долго не приклеим, что ли, а? Вот, конечно, все черное, но все сливается, но это ладно. Вот цветочек. И вот здесь будет еще один цветочек. Все, вот так вот. Здесь я поставлю себе и глобус. И как раз таки вот так вот лампу здесь поставим. Этот цветок берем куда-нибудь сейчас вообще. Тоже. Посмотрим куда-нибудь. Глобус есть, все. Ну вот, пока что сюда положим просто. И еще учебники. Хорошо, учебники сюда же положу. Вот куда-нибудь вот сюда, ладно. Так уж и быть. Капец, у меня слишком много учебников, мне кажется. Ну да ладно. Ну вот и все. Я доволен. Ключи только надо взять. И все получается на сегодня. Завтра, наверное, уже посмотрим, что будем делать. Так что все. Но на сегодня первая серия жизни стримера окончена. Ждите продолжение. Скоро будет продолжение сериала. Я думаю, что этот сериал будет довольно длинным. Но это была первая серия. На сегодня она закончена. Возможно, я буду добавлять еще модов и, может быть, людей. Но это была первая серия. Так что всем удачи, всем пока. Ну, вы подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые серии.